Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и Ягуль Нуржекин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Штормовой ветер снес крышу пятиэтажного дома в сортировке, как спичечный коробок. Кто ответит за происки непогоды и кому придется восстанавливать кровлю? Сольным концертом порадовал карагандинцев заслуженный деятель культуры Булат Кусаинов. Певец исполнил на сцене Дворца культуры Горняков шлягеры 80-х и 90-х годов. Ветераны вновь в строю. На ледовой площадке «Караганда-арена» состоялся товарищеский матч между командами ветеранов хоккея «Караганды» и «Темиртау». Игра посвящена 50-летию карагандинского хоккея. Жители дома 129 по улице Жикибаева буквально остались без крыши над головой. Кровлю многоэтажного дома снесло шквальным ветром. К счастью, во время обрушения никто не пострадал. Но вместе с оторванной крышей жильцы дома лишились всех благ телекоммуникации. Власти сортировки о случившемся знают, правда, пока ничем, кроме обещаний, помочь пострадавшим не спешат. Это кадры первых минут обрушения. Крышу пятиэтажного дома снесло частично. Причиной сноса стал штормовой ветер. Он не просто снес кровлю, но и повредил провода. Жильцы дома остались без телефонной связи, телевидения и интернета. Это где-то в 9, наверное, 10 часов. Я слышу, прямо вот стены, я спала как раз, и стены прямо тряслись. И я спала на кровати, и кровать прямо так тряслась. Насколько было страшно. Как бы стены, они у нас вообще дом странный какой-то. Вот даже посмотрите, вот здесь вот трещины. У нас дом садится, вот как только построили, он начал садиться. И вот периодически двери вот в ванну, в туалет, это, ну как оно, размыкает что ли или что там. Ну, в общем, трудно закрывается или легко закрывается. Ну, бывает вот. Жильцы дома опасаются за свои жизни. Оседающий дом, да еще и без крыши, заставляет жителей обивать пороги акимата. Власти сортировки вроде и не отказываются в помощи в восстановлении крыши, но приступать к работам не спешат. На разрушенной части чердака пока трудятся лишь сотрудники кабельного телевидения. Восстанавливаем сеть, ну, устраняем последствия данной аварии. Без интернета были частично несколько дней без телевидения. То есть вчера телевидение им восстановили, подали. То есть со вчерашнего дня у них телевидение есть. Интернет восстанавливаем. Айем Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На шахте имени Ленина в Шахтинске произошел пожар. По предварительным данным, ЧП случилось из-за самовозгорания угля. В момент возгорания в шахте находилось 178 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Для локализации огня были привлечены горноспасатели. Установлением причины аварии занимаются специалисты. Пожар начался примерно в 23:35 на ограниченном участке верхнего сопряжения лавы. Заметив огонь, диспетчер вызвал спасателей «Васкомер». На момент аварии в шахте находилось 178 человек. Они вышли на поверхность до приезда горноспасателей самостоятельно. Горняки с аварийного участка прошли медицинское обследование. Состояние здоровья шахтеров оценивается как удовлетворительное. Признаков отравления не выявлено. Причины случившегося устанавливаются. Напомним, самое масштабное по количеству жертв ЧП на шахте имени Ленина произошло 20 сентября 2006 года. Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности во время замены вентиляционных труб. В результате погиб 41 человек. После происшествия были осуждены 6 рабочих. Культура и духовность. По таким названиям прошли мероприятия в понедельник. В рамках 25 звездных дней 12 декабря посвятили культурному и духовному развитию казахстанского общества. В этот день во всех кинотеатрах области состоялся День казахстанского кино «Золотая коллекция». Кинозрителям были предложены кинокартины отечественного производства. В управлении по делам религии организовали международный форум «Женщина и религия». А среди школьников провели комплекс мероприятий, объединенных темой «Толерантность, духовность, патриотизм». Во Дворце культуры Горняков с сольным юбилейным концертом выступил заслуженный деятель Казахстана Булат Кусаинов. Он посвятил свой творческий вечер 25-летию независимости страны. Почетным гостем вечера стала обладательница жемчужного голоса, народная артистка Бибигуль Тулегенова.
Сольный концерт Булата Кусаинова собрал полный зал во Дворце культуры Горняков. Зрители слушали его песни с ностальгией. Шахтерскую столицу певец выбрал не случайно. Именно на сцене дворца 30 лет назад Булат начинал свои первые шаги в составе вокально-инструментального ансамбля «Булбул». Именно в Караганде, на этой сцене, во Дворце Горняков, потому что я здесь 30, ну, более 30 лет назад начинал в этом дворце. Я был. То, что здесь, это этим и знаменуется, потому что 30 лет творческой жизни началось именно здесь. Поэтому небольшой итог, который прошел в жизнь Караганда, Алмата, Астана, Алмата, это все начиналось отсюда. По словам певца, самой главной наградой для него стало присутствие на концерте Бибигуль Тулигеновой. Творческий вечер посвящен разным этапам истории Казахстана. Поздравить и поддержать певца приехали его дети и друзья. Дай Бог Булату, чтобы в дальнейшем успехов его в творческой деятельности, чтобы еще концерты не заканчивались у него, чтобы впереди у него будущее процветало. Всего-всего хорошего. Всей Караганде, где я учился, в кооперативном институте заканчивал. Здоровья, счастья всему народу нашему, мира, благополучия. Биография Булата Кусаинова довольно интересна. Он родился в Караганде. До 3 лет воспитывался у бабушки с дедушкой. Его первым учителем дамбры стал дед. Наряду с музыкой Булат занимался спортом. Сейчас артист проживает в Алматы. Его сын Бейбит Кусаинов тоже пошел по стопам отца и выступает под псевдонимом Бибо. Айя Мамрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около 100 дамбристов исполнили музыкальные произведения в торговом центре Караганды. Несколько месяцев подготовки, репетиции и флешмоб дамбристов под названием «Мы дети степи» не оставил равнодушным посетителей торгового центра. В нескольких областях провели флешмоб с исполнением «Кюя Курмангазе Сарарка». Айрат Умаров специально приехал из города Сарань, чтобы принять участие во флешмобе. Молодой человек уже давно увлекается игрой на дамбре. Также Кайрат отметил, что Курмангазы оказал большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры. А Кюй Сарарка – один из уникальных творений композитора. Участвуют школы, колледжи, школа-интернат и оркестр имени Татимбета. Мы играем Кюй Сарарка, потому что это один из уникальных кюев, это одно из самых больших творений Курмангазы. Можно сказать, это классика номер один нашего традиционного музыкального искусства. Курмангазы с раннего детства занимался игрой на дамбре. В родном ауле он с увлечением слушал заезжих кюйши, среди которых особо выделялся кюйши Узак. Он и заметил в юном Курмангазы особый интерес к музыке и предсказал ему большое будущее. В возрасте 18 лет Курмангазы покидает родной аул и начинает жизнь бродячего кюйши. Вместе с Узаком он участвует в состязаниях, развивает свое мастерство и выдвигается в ряды выдающихся дамбристов. Вершиной творчества Курмангазы является Кюй Сарарка, наполненный светлой тональностью, рисующий картину бескрайних просторов казахской степи. К настоящему времени сохранилось 60 кюев Курмангазы. Такое необычное мероприятие поразило посетителей торгового центра. Послушать знаменитое творение композитора собралось много народу. Ну, вы знаете, я когда смотрела этот флешмоб, у меня слезы навернулись. До такой степени вот такая сплоченность чувствуется. Чувствуется организованность, воспитанность наших детей, патриотизм, который вот этот дух патриотический наших детей, это очень чувствуется в детях. И они старались передать это окружающим. Я думаю, что всем понравилось. Единственное, что это было очень мало, было бы побольше чуть-чуть, было бы классно. Во флешмобе дамбристов приняли участие профессиональные музыканты концертного объединения имени Калибайжанова, студенты колледжа искусства имени Татимбета, учащиеся областной специализированной музыкальной школы-интернат, Назарбаев интеллектуальной школы и студенты вузов города. Сегодня прошло совместное мероприятие Назарбаев интеллектуальной школы с управлением культуры города Акимата города Караганды. Дамбровый флешмоб «Мы дети Великой степи», посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан. Одновременно в дамбровом флешмобе приняли участие 100 человек, исполнили Кюй Сарарка.
также хор Назарбаев центральной школы исполнили песню «Туган Ель». В соответствии с планом мероприятий по празднованию 25-летия независимости Республики Казахстан в рамках проведения 25 звездных дней администрация президента рекомендовала провести флешмоб дамбристов с исполнением Кюе Курмангазы «Сары-Арка» в областных центрах страны. Помимо флешмоба, школьники пели песни и танцевали под композицию «Туган Ель». Лариса Хусынова, Жаксулык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В концертном зале «Шалкма» продолжаются праздничные выступления, посвященные 25-летнему юбилею независимости. В минувшую пятницу карагандинские любители классической музыки могли насладиться произведениями столичного кюйши Армана Жаим, а также виртуозной игрой на дамбре новосибирской гости Анастасии Кириленко. Анастасия Кириленко полюбила дамру еще в детстве. Учиться играть на этом музыкальном инструменте начала в 6 лет. Сегодня Анастасия по праву считается одной из лучших дамристок Сибири. Свое мастерство передает ученикам. Анастасия преподает в Новосибирской консерватории. На сцене карагандинского концертного зала «Шалкыма» Анастасия выступает уже во второй раз и надеется, что приезжать будет чаще. В прошлом году, в феврале месяце, у нас состоялся первый концерт с этим замечательным коллективом. И вот у нас вот вторая встреча, такая уже как родная. Значит, в программе у нас прозвучит из произведения, написанное для скрипки, переложение для домры, вот, классика. И также прозвучат оригинальные произведения, написанные в оригинале для домры. Компанию российской гости составили столичные музыканты, композитор Арман Жаим и пианист Алмат Сайжан, карагандинская кабызистка Айгуль Айжанова. Организаторы признали, что концерт целиком и полностью посвящен предстоящему юбилею независимости, как, впрочем, и весь концертный сезон. Главными зрителями концерта стали юные карагандинцы, школьники и студенты. Они с интересом слушали настоящую классическую музыку, исполненную на живых инструментах. Организаторы считают, что таким образом воспитывают патриотизм в подрастающем поколении. Андрей Тенжек, Сылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Состоялась третья ежегодная премия «Лапус года», претендентами на получение которой являются ученики школы «Kids TV». Торжественная церемония награждения премии вручается за достижения в области кино, телевидения и СМИ. По всему залу царила атмосфера праздника и радости. На лицах у окружающих были только улыбки. Мероприятие провели в оригинальном формате. Все учащиеся «Kids TV» продемонстрировали свои умения и таланты. Каждый отличился оригинальностью. Главная награда – это «Лапус года». Как рассказывает руководитель школы Мария Сигал, выдуманное слово среди педагогов и их воспитанников имеет положительный смысл. Любопытно, что одна из программ, которую выпускает Kids TV, так и называется «Мэт Лапус». Авторами забавного каламбура стали сами дети. Победитель в этой номинации должен был проявить себя сразу в нескольких сферах. Участников было очень много. Проводится голосование двумя этапами. Первый этап – это интернет-голосование, второй уже определяют участников профессионального жюри. Работа профессионального жюри проводилась 2 недели по отбору участников. Но вот уже у нас, к счастью, все закончено, уже мы знаем имена победителей. И сегодня на сцене объявим лучших, которые победили в номинациях. Помимо «Лапуса» победители определяли еще по 10 номинациям: актер года, актер второго плана, интервьюер года, блогер года, телеведущий года, режиссер года, лучший педагог школы Kids TV, телепроект года, лучший ученик школы Kids TV. Номинанты определялись 2 путями – интернет-голосованием и решением компетентного жюри, в состав которого входят преподаватели школы. Таким образом, в каждой номинации было представлено по 2 победителя. Лидеров номинации «Телеведущий года» назвали сотрудники Первого карагандинского телеканала. Перед тем, как объявить победителя, я хочу сказать, что телеканал «Первый карагандинский» предоставляет победителям стажировку на телевидении. И в номинации «Лучший телевизионный ведущий» становится Райхан Кунанбаева и Юлия Бабенко. В
номинации «Телеведущий года» победили Райхан Кунанбаева и Юлия Бабенко. Райхан Кунанбаевой сейчас 17 лет. Учится Райхан на менеджера в Карагандинском экономическом колледже. В будущем планирует открыть собственный бизнес и развиваться в области телевидения. Условия конкурса – это обязательно нужно было выйти в эфир, в телевидение своей передачи. У меня это был хит «Топчан» на первом Карагандинском, где я говорила о музыкальном чарте. И на самом деле условия конкурса были довольно-таки простые. Главное – это выйти в телевидение и показать свое умение выступать перед зрителями. Мероприятие прошло на высшем уровне. Каждый из участников отличился и продемонстрировал свои таланты. Стоит добавить, что в настоящий момент данная премия не имеет точных аналогов в Казахстане. Асель Сазымбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Оформи кредит и получи ставку всего 1% годовых. Такую акцию предлагает банк «Казком» для своих клиентов. Любой посетитель может получить беззалоговый кредит на новых выгодных условиях на сумму до 5 миллионов тенге плюс 1 миллион тенге с беспроцентным периодом по карте. Подробнее об акции вы узнаете из следующего материала. Поздравляем вас! Магира Анагметова уже стала победителем акции. Женщина взяла кредит в банке «Казком» и автоматически стала участником акции. В том, что окажется в числе победителей, Магира даже не представляла. Я пользуюсь этим банком уже с прошлого года. В прошлом году я получила кредит, в этом году погасила и заново оформила в ноябре месяц кредит. Но я вообще дала заявку в октябре месяц. И вот там на несколько разные суммы. И потом я остановилась на сумму 450 тысяч и оформила вот 30 ноября. И вот у меня такое-то предчувствие было, когда я оформила кредит, что у меня будет почему-то 1%. И домой пришла и пересчитала, думаю, вдруг я выиграю эту акцию, думаю, какой же у меня будет платеж. Акция «Кредит 1%» от банка «Казком» была запущена с 1 сентября. Проходить будет до конца текущего года. Еженедельно выбор победителей происходит путем генерации случайных чисел в присутствии тиражной комиссии банка. Всего выбирается по 3 победителя. В акции участвуют клиенты, физические лица, оформившие кредит в этот период. Еженедельно разыгрываются 3 кредита. Под 1%. На сегодняшний день сотрудники «Казкома» создают лучшие условия для клиентов. Участником акции «Кредит 1%» может стать любой клиент. Даже если имеется кредит в другом банке, его можно рефинансировать в «Казкоме» под низкий процент, уменьшив тем самым ежемесячный платеж. Кроме того, для всех клиентов существует ряд других акций. К примеру, новый продукт «Карта MyCard», которая позволяет воспользоваться кредитом без процентов до 45 дней. Главное преимущество нововведения – это возможность заработать авиабонусы при покупке авиабилетов в любые направления мира. MyCard оформляется на 3 года. Лимит карты возобновляемый. Ею можно пользоваться безналично. При этом клиент ничего не теряет. Также «Казкоммерцбанк» предлагает сейчас для клиентов новые акции. При открытии кредитной карты к депозиту можно выиграть путевку на двоих на сказочную страну Мальдивы. Акция проводится с 1 декабря по 31 января, поэтому всех приглашаем поучаствовать в этой акции и выиграть. Банк «Казком» – один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Многие жители шахтерской столицы пользуются его услугами на протяжении многих лет. Напомним, акция продолжается до 31 декабря 2016 года, а значит, еще есть возможность стать победителем. Асель Сазымбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 6-3 в пользу карагандинских ветеранов. С таким счетом закончился товарищеский матч, посвященный 50-летию карагандинского хоккея. На ледовой площадке «Караганда-арена» скрестили клюшки команды ветеранов «Автомобилист Караганда» и «Металлург Темиртау». В
1966 году в Караганде была создана хоккейная команда под названием «Строитель». Через год в шахтерской столице торжественно открыли хоккейный стадион «Строитель», рассчитанный на 5000 мест. В 1967 году клуб участвовал в играх спартакиады «Казсовпрофа» и занял третье призовое место. В марте 1973 года карагандинские хоккеисты провели свои первые международные матчи. «Строитель» дважды встречался со сборной профсоюза в Польше и в обоих матчах одержал уверенную победу. С 80-го года клуб стал называться «Автомобилист». Это краткая, но далеко не полная полувековая история карагандинского хоккея. За 50 лет было все – и радость побед, и горечь поражений, и угроза закрытия хоккея в 90-е годы. Однако все удалось преодолеть. Хочу в этот день всех поздравить карагандинцев, что не забывают карагандинский хоккей, хоккеистов-карагандинцев. И в этот день еще хочу поздравить администрацию Сарыарка, Аргина Зурулаевича, что проводит нашу такую встречу с болельщиками, проводит такое шоу ветеранов. Руководство хоккейного клуба «Сарыарка» организовало настоящее шоу. Ветеранов спорта, внесших значительный вклад в развитие хоккея, наградили ценными подарками. В составе каждой команды принимали участие не только ветераны, но и молодые, начинающие спортсмены. И вы знаете, вы, наверное, сами видели, наблюдаете, как ветераны играют на опыте, показывают свою такую игровую смекалку, хитрость, по-спортивному хитрую. Молодежь пока только берет скоростью, то есть те достоинства. Но в целом игра очень хорошо смотрится. Особо руководитель клуба отметил карагандинских болельщиков. По словам Аргына Нигматуллина, где бы он ни был, нигде не видел таких преданных болельщиков, как в Караганде. И мне очень приятно, что зрители у нас, карагандинские болельщики, они действительно отличаются. Я очень много ездил, видел много дворцов, и отличаются от России, от западных болельщиков тем, что они искренне любят хоккей. И в такие морозы, наверное, на Западе не все бы пришли. Сегодня мы болеем за ветеранов, мне кажется. Вот. По-другому никак. Это история, мне кажется. Это наши хоккеисты, карагандинские, темиртауские, это все, все были вместе играли и в мороз, и не в мороз. И, мне кажется, так. Товарищеский матч между командами ветеранов Караганды и Темиртау закончился со счетом 6-3 в пользу карагандинской команды «Автомобилист». Однако проигравших в этот день не было. Победителями стали все – и ветераны, вспомнившие молодость, и зрители, ставшие свидетелями увлекательной игры, и, конечно же, весь карагандинский хоккей, отметивший в этом году 50-летний юбилей. Андрей Тен, Алжас Габасов, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Танцуют все. В Караганде прошел открытый чемпионат по спортивным танцам. 120 танцевальных пар, участники в возрасте от 2,5 до 65 лет, боролись за звание лучших. Подробнее расскажет Лариса Хусаинова. Каусар Базарбаева занимается танцами уже 2 года. Несмотря на свое увлечение, девочка мечтает стать врачом. К данному чемпионату на подготовку ушло много времени. Все силы она вкладывала в тренировки. Я очень люблю танцевать, занимаюсь уже 2 года и хочу выиграть этот конкурс. Я мечтаю попасть на республиканские соревнования. В Караганде прошел традиционный чемпионат по спортивным танцам. Участники показали свои достижения прошедшего года в танцевальном искусстве. Месяцы подготовки ушли на репетиции и тренировки. В минувшие выходные участники показали хорошие результаты. У нас открытый чемпионат. К нам сегодня приехали танцевальные клубы и танцевальные пары из города Джискотган, город Темиртау и, конечно, Караганда. Вся пришла. Мы будем вручать победителям медали, мы будем вручать дипломы. Для массового спорта тоже мы подготовили маленькие сюрпризы. И я хочу сказать, что сегодняшнее соревнование позволит нам присваивать уже юношеские разряды нашим спортсменам. Более 200 человек приняли участие в открытом чемпионате по спортивным танцам. Состязания провели в 2 этапа. Отличившиеся стали победителями в 21 номинации. Победители данного конкурса отправятся защищать честь области в республиканском чемпионате. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, первый карагандинский.
О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго.